Программа DL Suite автоматически находит и устраняет ошибки. Она поддерживает много языков, в том числе и русский. Для работы этой программы требуется ключ для активации. Эта версия активирована. Эти кнопочки. Интернет-поддержка – это официальный сайт. На главной страничке можно начать сканирование и исправление ошибок. Нажимаем на кнопочку. Начнется поиск всех ошибок. На вкладке «Скачать DL бесплатно» можно выбрать файлы типы, которые нужно найти и исправить. Нажать «Сканировать и загрузить платно». Они загрузятся с интернета. Интернет должен быть подключен. Нажав «Сканировать и исправить», начнется сканирование DL файлов всяких. По завершении можно исправить все ошибки или продолжить сканировать другие форматы SIS.